19:06 в Москве. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня с нами в «Особом мнении», прямо здесь с нами в студии, политик Лев Шлосберг, человек, которого Минюст меня заставляет называть иностранным агентом. Лев Маркович, здравствуйте. Ирина, здравствуйте. Все, кто слушает и смотрит нас, также здравствуйте. Я вот, знаете, хотела сказать, что вы не просто политик, а добавить дальше вот про «Псковское яблоко», еще что-то. Что-то поменялось? Давайте быстро в ваших титрах из-за того, что произошло. Я член Федерального политкомитета «Яблоко». Все осталось на своем месте. Это на своем месте, ага. Но я уже 5 дней не председатель «Псковского яблока», я заместитель, угу. Потому что людям, включенным в тот самый реестр, запрещено участвовать в процедурах, связанных с выборами. И для того, чтобы наша команда не остановила выдвижение кандидатов на любом уровне выборов, я подал в отставку, и в минувшую субботу, 24 июня, в памятный всем нам день, мы не договаривались ни с кем о совпадениях. Мы избрали нового председателя, Артур Гайдук, депутат Псковского областного собрания от «Яблока», возглавил организацию, я его заместитель. Но команда в прежнем составе, команда с прежними силами продолжает работу. Мы не остановились. Я бы очень удивилась, честно говоря, если бы остановились, но давайте к этому еще вернемся, давайте о событиях в буквальном смысле этого часа, потому что вот я сейчас приехала из Хамовнического суда, где рассматривали продление ареста Евгения Берковича и Светланы Петричук. Мы все знаем, за что их держат в СИЗО, точнее, мы не знаем, за что их держат в СИЗО. Вы да? Просто сняли у меня с языка, Ирина. Мы знаем, что кто-то решил, что они должны сесть в СИЗО, и кто-то на этом позорном деле должен заработать какие-то плашки и погоны. Это все, что мы знаем. То, что это дело не имеет никакого отношения к праву, мы тоже знаем. И но то, вот... что за эти 2 месяца с делом ничего не происходило, угу. Никакие следственные действия не проводились, следствие не почесалось, мы тоже знаем. Ну вот смотрите, я вот о чем, собственно, хочу спросить. Вот мы сегодня, я прямо в зале суда сидела и все это слушала. Там было очень много всего. Адвокаты, команда адвокатов, надо сказать, блестящая команда адвокатов, тут правда, вот они максимально большую работу сделали. Вот сидит 6 адвокатов, сидит следователь и прокурор и, соответственно, судья. И вот адвокаты, не знаю, вот такую кипу документов представили, в том числе они представили документ из этого вот федерального учреждения Минюст, или как там называется, федеральный это центр. Учреждение, да, это федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте. Это самое авторитетное экспертное учреждение, притом федеральное государственное экспертное учреждение в России. Куда адвокаты и Женя, и Светы подали, значит, бумагу, мол, вот у нас тут в деле как бы деструктологическая, прости господи, экспертиза. А не могли бы вы нам сказать, что это такое и какого, значит, и так далее. И, собственно, у суда сегодня было 2 ответа из этого федерального центра. И одним адвокатом, и другим адвокатом о том, что такие экспертизы ничтожны. Не должны приниматься. Это не экспертиза вообще. И деструктология не наука. И эксперт не эксперт. И все это Филькина грамота. Но те люди, которые заказали это позорное дело, не изменили и не отменили свое решение. И в завершении процесса, уже когда мы с вами фактически готовились к эфиру, стало известно, что ничего не изменилось, несмотря на то, что все все понимают, всем все ясно, но очевидно, эта машина пятиться не умеет. Она умеет только хватать людей. То, что мы видим сейчас перед собой, это один из самых позорных процессов в истории современного российского правосудия. Да, каждый такой процесс пробивает очередное дно, но здесь особенный процесс, а людей судят за вымышленные события в пьесе, основанные на документах, но это художественное произведение. Но строго говоря, если бы такое правосудие было в царской России, то Федора Михайловича Достоевского должны были судить за преступление и наказание, потому что Раскольников жестоким и общественно опасным способом убил пожилую женщину. И Достоевский должен был сидеть в тюрьме в связи с тем, что он такого героя придумал, вывел в свет, и весь мир, читающий на русском языке, увидел это преступление. То есть это особенное дело, это даже не мысль о преступлении, это наказание за произведение искусства, на котором какие-то сумасшедшие люди
в том числе тяжело больные антисемитизмом, такие как господин Силантьев, то есть больные заболеванием, которое по некоторым данным лечится только уголовным кодексом и больше ничем, никаким просвещением оно не лечится. И выясняется, что эти эксперты, эти заказчики, эти псевдоэкспертизы могут работать и могут приниматься судами. Безотносительно к тому, кто заказчик, безотносительно к тому, кто якобы эксперт. А сегодня был позор суда. Потому что если в суде вершится правосудие, то сегодня и Светлану, и Евгению должны были освободить ввиду отсутствия у следствия каких бы то ни было доказательств виновности. И кроме того, очевидностью бездействия следствия. Если вы просили на 2 месяца, то, очевидно, вы знали, что вы будете делать. И давайте в этом месте вспомним. Сегодня 30 июня, и сегодня бабушке Жене Беркович, Нине Семеновне Катерли, исполнилось 89 лет. Вот буквально в этот день. Да, вот в буквальном смысле буквально, сегодня. Буквально ее вот сегодня. У поздравляли сегодня из коридоров суда. День рождения. И ну, вот такие... Не то чтобы совпадение, это больше, чем совпадение, это какие-то смыкания судеб. Я не могу себе представить, что должна сейчас думать судья, женщина, которая выносила сегодня решение. Ее зовут Екатерина Пахомова. Давайте не будем забывать имена. Да, не будем забывать имена. Мы все свидетели, и мы на будущем суде будем свидетельствовать, что мы были при этом, мы это видели, и это было при нашей жизни. И Женя при этом выступила с блестящей речью. Безукоризненной и по форме, и по содержанию. Она, на мой взгляд, это выступление было понятно любому человеку. Я бы сказал так, 6 плюсом можно поставить этому выступлению. Вот 6 и старше. И я не верю в то, что люди не понимали. Но так устроена сейчас репрессивная машина, что без отмены команды, без отмены приказа, притом под отменой должна быть подпись, ничего не меняется. Просто ничего не меняется. Это чудовищная ситуация, потому что это не судебная система. Суды перестали быть судами. Закроем глаза на прокуратуру, на следствие, на какие-то политические силы, на безумных экспертов. Суд – последняя точка, при которой возможна достойная жизнь людей. Суд может защитить человека в любой ситуации. И должен защитить. Суд может и должен защитить человека в любой ситуации. При ситуации очевидного беспредела бездействующий суд означает то, что государства нет. Потому что суд, по большому счету, это и есть государство. Я следил за сегодняшним процессом по вашему каналу и по каналу Василия Полонского. И было видно, как все вздохнули в момент появления, приобщения даже к этим делам, к этому делу ответов адвокатам, и показалось, ну вот же документ, на основании которого можно как минимум изменить меру пресечения, ну как минимум, ну покажите, что вы умные, ну просто покажите, что вы умные, что вы знаете закон, что вы умеете читать на русском языке. Нет, этой системе почему-то нужно продолжать зарабатывать себе на адскую сковородку. Я, знаете, еще, поскольку слушала Женю, как раз сидя там, надо сказать, что, во-первых, Женя заплакала. Потому что когда Женя про своих детей говорила, она, надо просто знать, что у Жени двое приемных дочерей, 17 и 19 лет. И у девочек очень серьезные проблемы психологического характера. У девочки старше, 19-летней, у нее довольно сильное отставание в развитии. И Женя рассказывала о том, как она 4 года работала с девочками, чтобы они не кричали по ночам, потому что большую часть жизни эти девчонки провели в детском доме. Более того, они терпели от своих, так сказать, других, не знаю, как это даже назвать, членов семьи. Несчастных. Да, терпели, в общем, и побои, и все остальное. Вот. И эти дети знают, к сожалению, уже знают, что если маму забрали в тюрьму, мама не вернется. И Женя, когда это все говорила, она
на самом деле говорила какие-то очень простые вещи. Не наказывайте, пожалуйста, моих детей. Просто отпустите меня к ним вот при любой вообще мере пресечения. И приходил эксперт, психолог, которая вот экспертизу делала по детям, и она объясняла суду, что все очень плохо, и что дети в очень плохом состоянии, и что она назвала процесс, который происходит с одной из девочек, медленным умиранием. И Женя Беркович спросила эксперта, она спросила, скажите мне, если я сейчас выйду, я смогу собрать детей обратно? Она сказала, сможете, но только если выйдете прямо сейчас. Но мы знаем, что суду на это наплевать было сегодня. Тут у нас много разных комментариев в чате, но в целом более-менее одинаково. Я попросила бы наших зрителей задавать вопросы. Все-таки у нас в студии гость, даже не онлайн. Вот, задавать вопросы, а пока я вот о чем вас спрошу. Вот прошла почти неделя, в пятницу вечером на прошлой неделе начались эти аудиосообщения. Да. Вот прошла неделя. Что за эту неделю, кажется, вам, видимо, поменялось в России? Именно вот то, что можно увидеть, а не то, что можно было бы предположить. Важные вещи произошли. Россия увидела, что Путин может быть слабым, что Путин может плохо владеть собой, и что Путин может в течение одного дня менять решение на противоположное. Субботнее выступление в 10 утра – это было объявление смертного приговора Пригожину. И все это поняли. А Лукашенко потом это еще и прямым текстом сообщил, для тех, кто не понял. И вечером же в субботу выясняется, что вот тебе самолет, вот тебе Минск. И вот тебе прощение. Вот тебе прощение, вот тебе слово президента. Помните, Клишес говорил, самая легитимная вещь в нашей стране – это слово президента. С тех пор мобилизация продолжается, указ о завершении не издан, это подтвердили все суды, включая Верховный. А Путин и Клишес говорили, что ну вот же, мы все завершили, зачем еще какие-то указы. Сначала говорили, что не будет никакой мобилизации, правда, но… Да. Ну, а потом уже она случилась, а потом сказать, что все нам уже достаточно, но вообще мы не остановим. Вот сейчас приходят письма от людей, которые уже 20 лет служат по контракту. Вне зависимости от того, где они находятся, они не могут уволиться, уже им по сроку подошло увольнение. Они не могут, потому что в период мобилизации это невозможно, где бы ты ни служил, хоть в Сибири, хоть на Дальнем Востоке. Что еще важного произошло за эту неделю? Страна могла убедиться, что друзьям все, а врагам закон. Я не могу назвать это законом, на самом деле, то, что происходит, но мы увидели, как из фигуры, выкормленной лично Путиным, не нужно преуменьшать вклад Владимира Владимировича и Евгения Викторовича. Сначала Евгений Викторович кормил Владимира Владимировича с ложечки, а потом Владимир Владимирович стал кормить Евгения Викторовича из бюджета. Более того, он назвал подтверждающие цифры. Это на сотни миллиардов рублей. Вот я, как житель Псковской области, годовой бюджет, который 50 миллиардов на все, и госдолг, который превышает 20 миллиардов рублей, и уровень жизни входит в тройку беднейших регионов России – я видя эти цифры, кроме того, что я категорически не согласен, что так расходуются народные деньги в принципе, я пытаюсь сопоставить. А кому нужна жизнь в Псковской области? Вот, а можно нам в два раза больше? Вот не 50, а 100. От нас люди перестанут уезжать. Мы стариков спасем, которые умирают. Мы дадим людям работу, они пить перестанут. Но вообще я хорошо понимаю, что можно делать с бедными регионами в нашей стране. Почему на это? И теперь Путин заявляет, что это частная военная компания только на бумаге. Что на самом деле это все государственное. Этот вот весь медиахолдинг с неисчислимым количеством троллей, эта фабрика, это все сейчас схлопывается. И сегодня вечером забанены ресурсы, в которые вкладывались сумасшедшие деньги. И мы это видим, что как только человек выкидывается из системы, то все кровеносные сосуды перерезаются. И как будто всем хотят показать. Видите, он сытно жил. Он хорошо зарабатывал, у него все было хорошо, пока он не поссорился с начальником. То есть это показательно? Сейчас вот ему все обрубают и все закрывают? Это показательно для всех, чтобы, не дай бог, кто-то не подумал, что его просто простили. Mm-hmm. Пригожину на самом деле в субботу вечером подарили жизнь. Правда, неизвестно насколько, но подарили жизнь. Мы вообще очень многого еще не знаем о тройственном союзе Путина, Пригожина и Лукашенко. Как вы понимаете, вот такого листочка бумаги, где написано соглашение, допустим, пакт о ненападении.
И там подписи Путин Владимир Владимирович, Лукашенко Александр Григорьевич и Пригожин Евгений Викторович. Такого документа нет. То есть о чем-то... Ну, в паблике, по крайней мере, нет. Может, он и есть. Мы же не знаем. Я уверен в том, что на одном листе бумаги подписи Путина и Пригожина появиться не могли. Путин не поставит. Все. Пригожин ему больше не друг. Дружба закончилась. Соответственно, есть некие неписанные договоренности, которые каждый из трех деятелей, очень своеобразных, и, я уверен, не доверяющих друг другу до конца, понимает по-своему. И цель каждого из троих будет получить как можно больше, отдав как можно меньше. И то, что мы увидели, это, на мой взгляд, требует осмысления и ожидания продолжения событий. Потому что Путин удалил Пригожина, и из политики для него самое важное было убрать Пригожина из страны. Лукашенко получил, я бы сказал, троянского коня. Да, он похвастался, что мы 20 лет лично знакомы. Это, кстати говоря, это многое объясняет. Про Лукашенко или Пригожина? Про Лукашенко, конечно. Про Пригожина вопросов нет вообще никаких. Мне кажется, там нет даже оттенков. Все понятно. Во всяком случае, для нас было понятно все. Для Владимира Владимировича, как выяснилось, было понятно не все. Ведь важную вещь мы узнали, что президент Российской Федерации не разбирается в людях. О, да. Как это? Потому что пригрел на своей груди, извините, крокодила. А выяснил, что крокодил хочет кушать. Притом, чем дальше, тем больше. И вся страна увидела, как вооруженное формирование с законодательно неустановленным статусом, вооруженное тяжелым оружием, на начальной стадии, в том числе танками, входит в Россию, без единого выстрела берет миллионный город, в том числе берет под контроль здание ФСБ, силовых структур и Южного военного округа, откуда ведется планирование боевых действий в Украине. Идет дальше. Спокойно разговаривает там с Евкуровым. Спокойно разговаривает с двумя заместителями министра обороны, просто как с друзьями. Ничего не происходит, никакой паники. Затем часть остается на месте, и, судя по всему, сам Пригожин. Другая часть двигается к Воронежу, где ядерные военные объекты. И без единого выстрела входит в этот город. И дальше на прямой линейке Москва. И никто не останавливает. А те несколько экипажей летчиков, которые выполнили приказ, притом еще неизвестно, приказ на атаку колонны или просто контроль над колонной, расстреляны, потому что этим ПВОшникам Пригожина было приказано сбивать все, что летит. И Пригожин сказал, ну, я могу заплатить компенсацию. А где российское государство? Погибли российские военнослужащие, офицеры. Где российское государство, которое отвечает за жизнь своих военнослужащих? А что российское государство должно сейчас сделать? Ну возбудить вот уголовное дело. Возбудить уголовное дело по факту гибели на территории Российской Федерации военнослужащих Российской Федерации. Установить лиц, которые произвели эти выстрелы. Установить лиц, которые отдали приказы произвести эти выстрелы. И, соответственно, квалифицировать это военное преступление в зависимости от вариантов Уголовного кодекса. Это должно делать государство. Но государство отпускает не только не дошедшего до Москвы, и, на мой взгляд, и не планировавшего дойти до Москвы Пригожина. Он не дурак. Уличные бои в Москве с тысячами жертв в его планы не входили. Кроме того, судя по косвенно объективным данным, голова этой группировки включала в себя не больше 5000 человек. Извините, с такими силами столицы не берут. Если только не исходить из того, что вплоть до Красной площади была заготовлена красная дорожка и, соответственно, дальше ворота в Кремль. Но такого, насколько мы видим, не было. Да, готовились тут как-то совсем по-другому, да, мы видели. Да, готовились всерьез. И было совершенно очевидно, что любое реальное боестолкновение даже на окраинах Москвы – это переход событий в совершенно другую стадию, и там уже обратной дороги не было бы. Ни у кого. Ни у тех, кто за Путина, ни у тех, кто с другой стороны… Тоже за Путина, тоже но за Пригожина. Да, ну, тоже за Путина, но за Пригожина. И нужно важную вещь еще сказать. Я думаю, что еще 2-3 года тому назад… Если бы Пригожин сказал своим воякам, что идем на Москву, ну то есть идем на Путина, тут вариантов нет, они бы соскочили, они бы не пошли. А сейчас они понимали, куда они идут. И данных о том, что кто-то уклонился, у нас нет. Может быть и были такие люди, но нигде в публичном пространстве об этом ничего не сказано. Поэтому мы увидели, что вся силовая машина, которая вот уже по большому счету 20 лет борется с инакомыслящими,
Обыски, уголовные административные дела, театральные дела, охотятся за женщинами отважно, которые воспитывают девочек с ментальными нарушениями. Эта система ничего не может противопоставить реальной военной силе. Но то есть метелить мирных протестующих – это пожалуйста? Это пожалуйста, и для этого есть миллионы людей. И более того, эти люди уверены, что они выполняют важную работу. И они уверены, что они надежно защищены государством. Это на самом деле так. Им дают звание, они получают продвижение по службе. Если сказать очень примитивно, выяснилось, что вся эта махина не в ту сторону стреляла. Она-то в прицеле держала нас безоружных, и кто никогда не возьмет в руки оружие и никогда не призовет к насилию. А за спиной у этой махины стояли люди с ракетами, даже не с пулеметами, с автоматами, с ракетами, которыми они сбивали вертолеты и самолеты, включая сложные вертолеты, такие как К-52. Но пока все, что вы говорите, звучит очень страшно, ровно потому, что когда ты понимаешь, что нет контроля над людьми, у которых такое количество оружия и такое количество подготовки, это правда звучит страшно. Ирин, если человек выкармливает крокодила в надежде, что он будет контролировать крокодила и кормить его по расписанию, и крокодил будет выполнять его команды, ну потому что если я тебя кормлю, вот я тебе кусок мяса, 2 куска мяса, 10 кусков мяса, ты же будешь мне благодарен, крокодил? Не будет благодарен. Я думаю, что Владимир Владимирович мог узнать много нового. Но все, что он сделал для себя, выводы, это очевидно из всех его выступлений, это то, что Пригожин его предал. Вот просто предал. И у меня возникает, на мой взгляд, естественный вопрос. А других мыслей, других выводов из этой ситуации не сделано. Месть Пригожина является личной местью и в том числе показателем всем. Любой отступник будет так же. Но Пригожин, хочу сказать, неплохо, лично неплохо себя чувствует. Его бизнес-джет приземлился после всех гарантий в военном аэропорту под Минском, подчеркиваю, не в гражданском, в военном. У него нет никаких видимых угроз сейчас по месту жительства. Ни один человек из его армии не понес никаких наказаний. В Могилевской области строится или будет строиться некий лагерь на десятки тысяч, называется до 40-50 тысяч мест. Кстати говоря, Лукашенко получил очень опасную мину. У наемников есть особенность. Они находятся в хорошей форме до тех пор, пока воюют. А когда наемники садятся лагерем в полевых условиях, не в гостиницах, то наемное войско без боевых действий разлагается и начинает искать себе применение там, где живет, там, где спит. Поэтому я не исключаю, что из Беларуси в ближайшее время могут поступать не самые спокойные новости. То, что Лукашенко сказал, что этот лагерь будет охраняться белорусским КГБ, белорусское КГБ рядом с армией Пригожина – это советские милиционеры. Здесь совсем другой, извините, контингент. Ситуация не разрешена. Очень много неизвестных в этом уравнении, вот в этом соглашении. Это буквально уравнение со многими неизвестными. И уравнения не произошло. Ситуация нестабильная. Мы не знаем детально, о чем они договорились. Мы не знаем о том, что выполнено, соответственно, что не выполнено. И при этом я вижу, что никто из этих троих участников этого пакта не доверяют друг другу. Совершенно очевидно, что ситуация не будет и не может оставаться стабильной, и не может оставаться ситуация стабильной уже в России, потому что ничто на земле не проходит бесследно. Вопросы, как это могло произойти, остались. Вопросы, почему эти все ушли безнаказанно. Абрикович и Петричук за пьесу антитеррористическую, вот это вот просто в этой ситуации это нужно еще раз объяснять, антитеррористическую, еще 2 месяца проведут в СИЗО. Как минимум. Как минимум. Извините, ну что. По решению как суда, есть. Как минимум. Это вопросы уже к смыслам, вообще к содержанию. Вот эта вот машина в миллионы людей, финансируемая за счет налогов, она вообще чем занимается?
Про смысл и содержание мы с вами отдельно еще тоже поговорим. Важно мне не очень забыть. Хочется. Да, важно давайте. Не забыть. Да, потому что на самом деле мне кажется, что об этом правда нужно говорить, потому что среди всего потока происходящего довольно сложно уловить какие-то вот прям крупицы того, что на самом деле важно. Я так понимаю, что нам нужно сейчас ловко поставить ролик, рекламу книги. Да? А мы просто ролик поставим и все, и мне не надо ничего говорить. Класс, давайте посмотрим ролик, рекламу книги. Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону. Продолжается программа «Особое мнение». Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Я напомню, что где-то там в верхнем левом, по-моему, углу экрана у вас есть QR-коды, которые ведут на помощь «Живому гвоздю». Напомню, что мы, собственно, только благодаря вашей поддержке работаем. У нас в программе «Особое мнение» политик Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии «Яблоко», которого, опять же, повторюсь, меня Минюст заставляет называть иностранным агентом. Меня зовут Ирина Воробьева. Ваши вопросы нашему гостю, пожалуйста, в чат. Про смыслы хотели мы поговорить. Я вот, знаете, все понимаю, но тем не менее я очень хочу с вами поговорить про будущее. Вы же политик. Да. Вот скажите мне, какой вы... Только давайте я быстренько объясню. Я сейчас спрашиваю вас не про будущее Льва Шлосберга или Ирины Воробьевой. Мы можем вообще до этого будущего не дожить. Да? Не то, как мы с вами будем жить, как мы с вами хотели бы жить, а про будущее России, потому что Россия огромная страна, и мы поняли, что она может нанести большой вред планете. Вот как выглядит в вашей голове, как вам кажется, будущее России, которое приведет ее в состояние неагрессивного, прогрессивного государства? Давайте. Программная Ирина, речь. Я понимаю, Ирина, какой сложный вопрос. Нет, вы на самом деле задали вопрос и ответили на него, по сути. Извините. Но у зрителей и слушателей будет возможность сравнить. Я считаю, что все политические режимы делятся, по большому счету, на два вида. Первый – это политические режимы, у которых есть будущее, потому что они развиваются, делают выводы из ошибок и достигают новых высот. А есть политические режимы тупиковые. Они исчерпывают себя, и после этого страна должна с этими политическими режимами расстаться. Вот в нашей стране за последние 30 лет выпал режим, который долго исподволь шел к своему самораскрытию, и он раскрылся. Он раскрылся не только 24 февраля. До этого было много событий. Был преснопамятный 6-дневный референдум по Конституции. До этого были выборы, когда кандидаты еще не выдвинуты, а все знают результат. И много чего было другого. Таких выборов было много. Да, много было всего. Этот режим шел к ситуации полного подавления общества. Именно это он хотел сделать. Это даже не только полицейское государство, это государство без права. Вынуть право из государства означает уничтожить государство. Государство без права не может жить, потому что право касается всех. Полицейских, следователей, ФСБшников, политиков, бандитов, военнослужащих, нищих, богатых, детей, стариков, всех. Право – это единственное, что делает государство осмысленным. Если вы вытаскиваете право из государства, оно становится пустым. И вот к этому пустому состоянию российское государство пришло. Оно опустело изнутри, оно исчерпало себя.
У этого государства нет никакого будущего. Мы не знаем, сколько исторического времени отведено этому государству. Оно может быть еще долгим. Когда вы сказали, что мы не знаем, доживем ли мы, вы сказали чистую правду. И мы должны прямо говорить людям: люди, мы не знаем, когда это государство закончится, вот такое государство, но это не будет означать конец России. Я очень много за последние месяцы, по большому счету, начиная с прошлого года, получал в разных аудиториях, и публичных, и в личном общении с людьми вопросы. Не кажется ли вам, что Россия закончилась? Все, вот то, что происходит, это просто конец страны, дальше нет ничего. Я говорю, давайте посмотрим на историю государств, которые пережили чудовищные эпохи. Они привели к исчезновению Германии? Нет. Они привели к исчезновению Италии? Нет. К исчезновению Португалии, исчезновению Греции, исчезновению Бразилии. Я специально вспоминаю страны, где фактически у власти стояли не только президенты. Испания. Хунта. Хунта управляла государствами, которые бессудно на стадионах сотнями и тысячами казнили людей, и не все могилы до сих пор найдены. Эти государства встали на ноги? Да. Почему? Потому что общество в этих государствах осознало отчасти ужас происходящего. То есть люди ужаснулись по-настоящему. Эти события, эти эпохи их потрясли. Общество, переболев чумой, в том числе чумой фашизма, получило иммунитет. Он долго вырабатывается. Это не ковид. Политический ковид дольше, чем эпидемический. И последствия у него хуже. Но и тут можно я дольше вас прерву? То есть, подождите, то есть не в том смысле, что ушли плохие дяди, пришли хорошие, и все стало хорошо, а в том смысле, изменился, что общество изменился, стало взрослее. Общество стало мудрее и человечнее. Общество востребовало другую власть и другое государство. Я не вижу в России другого пути. То есть нам предстоит переболеть вот этой всей политической чумой, этой бесчеловечностью, этой жестокостью, этой ложью, этим насилием. Это расплата за ошибки и преступления многих лет назад. Сейчас, наверное, в полной мере исследовать все, что произошло с нашей страной с момента появления окна возможностей 1985 года Михаила Сергеевича Горбачева и затем Ельцина, очень сложно. Но вот не могу не вспомнить в этот момент. Вчера мы простились с одним из основателей, авторов Российской Конституции Виктором Леонидовичем Шейнисом. В партии было трехчасовое прощание, где люди сказали столько, если бы могли Шейниса воскресить, чтобы он это услышал. И каждый третий выступавший вспоминал его двухтомник «Взлет и падение парламентаризма». Шейнис как летописец описал эти решающие годы российской истории конца 80-х, начала 90-х и показал, как зарождалась сегодняшняя трагедия. А сегодня на Хованском центральном кладбище было, собственно, захоронение уже в очень узком кругу. И вот когда ты понимаешь, что вот человек, который прожил огромную жизнь, который в середине 50-х годов, в 57-м году, через год после вторжения советских войск в Венгрию, написал в соавторстве книгу, статью «Правда о Венгрии». Был изгнан из научного института. 6 лет работал расточником на Кировском заводе в Ленинграде. И не отказался ни от одного слова. Просто знал, что будет его время. Когда будет, он не знал. Через 10 лет, через 50 лет, если это живет. Но он понимал, что нужно просто быть собой и понимать, что если окно возможностей будет, ты сможешь им воспользоваться. Вот сейчас нам нужно внутреннее спокойствие. История не даст, история не даст нам быстрого шанса, но она даст шанс стать человеческой страной, когда мы наконец-то сначала поймем, что это болезнь, потому что сначала нужно понять. Когда ты понимаешь, что это болезнь, и чем ты болен, ты переболеешь. Вот эти общественные силы, слушайте, страна изживала советский морок 69 лет, пока не пришла к тому, что он изжил себя. Сейчас не будет 69, сейчас будет быстрее. Но никакого предначертания отсутствия будущего у России нет. Ни у одной страны нет пожизненного проклятия. В конце концов, страшнее, чем Вторая мировая война, пока не было. Я говорю «пока», потому что история открыта. Если человечеству угодно пройти ужасы страшнее, чем Вторая мировая война,
то придется пройти только не одной России. Такие ужасы не касаются одной страны. И не одной Украине, и не только Европе. Это что-то, может быть, чудовищное, даже по современным представлениям. Но история всегда подсказывает, что у тебя есть завтрашний день. Просто ты должен этот день родить в себе. Ты должен увидеть это будущее. Я сейчас говорю, ты, обращаясь к себе, да, самому, конечно, обращаясь к вам, но это обращение вот к миллионам людей. Мы должны понять, что у нас есть будущее, но не с этими людьми, не с этой властью, не с таким государством. Ведь мы на самом деле стали уже почти как синонимы говорить: власти, государства, власти, государства. Погодите, государство — это то, что нам предстоит, извините, отстирать, как одежду. А власть — это то, от чего предстоит избавиться, но без насилия. Ну вот подождите, дайте опять паузу. Вот смотрите, давай. Вот вы говорите про окно возможностей, и мне кажется, почему я вот так пристала к вам с этим будущим, потому что мне кажется, что думать о будущем сейчас для нас — это ответственность. Мы должны взять на себя ответственность и подумать о том... И это силы. Да, и подумать мысли о том... Мысли о будущем — это... Вот, это силы внутри. А вот если это окно возможностей раз и настанет, а мы просто не знаем, что делать, и не знаем, какой должна быть страна, это и как такие раз оп. 35 лет назад. И что мы будем окно делать возможностей этим? Открылось, а что делать? Почти никто не знал, кроме полутора человек. Вот поэтому я говорю, что думать о будущем — это как раз нынешняя ответственность. Мы не можем сделать ничего с происходящим сейчас, ну там глобально. Да, мы можем сделать одну вещь. Это важно. Мы можем не соучаствовать во зле, мы можем не соучаствовать во лжи. Сейчас стали вспоминать снова Александра Исаевича Солженицына. Очень сложного человека, который пытался играть и политическую роль в России, и который вернулся из заграничной ссылки в надежде, что страна выстрадала его и ждет его. И, по сути дела, главное, что он сказал стране, это жить не по лжи. А страна не услышала. Страна его не услышала. И его поездка от Владивостока до Москвы не была движением свободы в России. Власти уже тогда шли в другую сторону. Солженицын пытался сказать стране о совести, а власть в это время говорила, собственно, о власти. Я абсолютно верю в то, что, с одной стороны, история учит тому, что она ничему не учит, но она наказывает за невыученные уроки. Это Василий Осипович Ключевский, великий русский историк, романтик, кстати говоря. Он писал историю России фантастическим языком, поэтическим языком, будучи совершенно блестящим специалистом по источникам. Вот будущее сейчас мы должны выстроить, исходя из очень простых вещей. Есть огромная страна. В ней живет свыше 140 миллионов человек. Государство, которое мы хотим построить, это государство для жизни или государство для смерти? Конкретно для насильственной смерти и гибели людей. Мы хотим людей рожать, беречь и позволять им жить столько, сколько позволит природа. Или мы считаем, что государство может тратить людей как расходный материал, достигая цели, которые на самом деле при ближайшем рассмотрении не являются целями. Потому что у цели есть будущее. А если в этом будущем нет людей, то эти цели не нужны. Цель – это то, что связано с людьми. Мы сейчас находимся в состоянии переосмысления десятилетий российской истории. То есть мы пришли к точке, мы не можем сказать, это дно или не дно. Но это уже то время, когда надо начинать задумываться и понимать, почему мы оказались в этом месте. Кто когда струсил, кто когда предал себя, кто когда поставил человека под государство и сказал, что мы имеем право, государство, власть имеет право. Это такие базовые вещи о ценностях, когда просто вот хочется объяснять людям, понимаете, вот это хорошо, а вот это плохо, вот это черное, а вот это белое, это ложь. Государство не должно ставить задачи, которые требуют убийства людей. Государство должно делать все для того, чтобы благоустраивать человеческую жизнь. Государство должно быть мирным. Оно должно быть свободным. Оно должно притягивать людей, а не отталкивать людей. Оно должно заботиться о людях. А, собственно говоря, о чем еще оно должно заниматься? У государства две задачи. Освоение территории. Своих. Вот, экономической. Да. Своей территории.
и создание условий для жизни людей. Все. Других задач у государства нет. Все остальное – это производное от этих двух ключевых задач. У России есть нормальное, цивилизованное европейское будущее. Страна, по сути дела, заблудилась, совершив целый ряд тяжелейших ошибок. К сожалению, были развилки, когда могли быть приняты другие решения. Но когда уже идет движение под откос, проще принимаются решения вниз, чем решения вверх. Потому что, чтобы катиться вниз, вы не должны предпринимать никаких усилий. А чтобы карабкаться наверх, вы должны зубами ползти наверх. Это трудно, особенно тем, кто во власти. Потому что это труд. Самое простое – это следовать инстинктам. Следовать злости и злобе. Следовать ненависти. Следовать искушениям власти. Я сильный. Я могу тебя в бараний рог, я могу тебя убить, я могу тебя лишить свободы. Я могу посадить в СИЗО мать двух приемных девочек, которые могут умереть от ужаса, и я просто это могу, и мне за это ничего не будет. Вопрос, что ничего не будет, это вопрос Господа Бога. Но ты вообще на что хочешь свою жизнь потратить? На вот решение, когда невиновная до капли мать двух девочек будет сидеть в СИЗО, а они будут сходить с ума о том, что ее нет рядом. Ведь на самом деле трагедия миллионов и трагедия одного человека по уровню ужаса не отличаются. Человек переживает ужас один. Нет ужаса миллионов. Есть ужас одного живого, умирающего, страдающего, мучающегося человека. И когда государство производит этот ужас, оно изживает себя. Все это государство, это власть, изжило себя. Она не может больше радовать людей. Оно может возбуждать злорадство, может возбуждать низменные чувства, может возбуждать желание убивать людей, может возбуждать желание ненавидеть и возгонять эту ненависть. Это все так далеко от жизни и от смысла. Смысл – это жизнь. Если государство не работает на жизнь, оно бессмысленно. Если политик не умеет решать глобальные задачи, в том числе болезненные задачи, тяжелые, с обременениями столетий, у нас нечем модно вспоминать, там, кто открутит до Путина, кто до карт, где нет Украины, скоро будет. А ну, половцы печенеги у нас уже были, так что это все модно. Можно докуда угодно открутить. Только сегодня, в 21 веке, либо вы достигаете политических целей без насилия, крови и сохраняете людям шанс на их единственную жизнь, либо вы дисквалифицированы как политик. А вот тут нам в чате пишут, спасибо большое Ирине за этот вопрос, потому что я как раз в эту сторону хотела пойти. Вот она пишет, все правильно говорит Лев Маркович, но как же много зомбированных людей, которые верят Путину, их очень много, спустить на землю. И в связи с этим комментарием у меня к вам вопрос. Вот вы же тоже говорите, что надо вот с людьми разговаривать сейчас про какие-то очень простые вещи, базовые ценности, которые, ну, нам казалось у нас одинаковые, но, как выяснилось, не очень одинаковые. А вот что, как разговаривать с людьми, с учетом того, что мы на самом деле, как мне кажется, не знаем, что думают люди, потому что между собой эти люди в горизонтали почти не общаются. А то, что мы видим в социологии, прости господи, это, ну, просто какие-то штуки, которые нам показывают. Вот. Слушайте, есть разная социология, и, честно признаюсь, есть достоверная и качественная социология сегодня. Ну, Russian Field разве что. Russian Field, да. Уже хорошо. Все. Уже хорошо. Ну, хорошо, да, окей. Левада. Левада, которая нас тоже заставляют называть иностранными агентами, да, тоже. Давай отвечу, что это важно. Как зовут женщину, которая Ирина. Задала вопрос? Очень тоже просто, Ирина. Да. Да, Ирина и Ирина. Есть вещи, которые мы должны говорить людям всегда. Они действительно простые люди. Мы хотим построить в нашей стране власть, которая позволит вам, вашим детям, братьям, сестрам, отцам, племянникам, всем жить. Главной ценностью России будущего будет жизнь. Я не на небе живу. Я не по... Там, где там Олимп у нас, что у нас там есть еще выше облаков, гуляю. Я живу на земле, я встречаюсь с людьми. Я исхожу из того, что власть выбирает всегда, на какие инстинкты внутри человека опираться. Я исхожу из того, что все рождаются с инстинктом жизни. Это самый сильный инстинкт. Инстинкт смерти прививается государством, когда оно решает, что ему нужно объяснить людям, что смерть ради государства, ради власти, является осмысленной. Когда мы защищаем свою землю от врага и своих родных от убийства, мы защищаем жизнь. Но это отличается даже от жизни за царя. Помните знаменитая опера? История Сусанина.
На мой взгляд, сейчас в нашей стране нужно отстраивать основы представлений о смысле государства. Объяснять людям, что мы видим нашу страну местом для жизни, а не местом для смерти. Объяснять всем, в том числе тем, у кого сегодня погибли родственники, погибли в том числе в боевых действиях в соседнем государстве. И люди часто, похоронив своего родного, заражаются местью. Месть – это чувство, которое похоже на искру. Она распространяется мгновенно. Желание отомстить – это то, что движет самыми большими войнами человечества. Потому что око за око, зуб за зуб. Ненависть, кровь, конечно. Ненависть производит ненависть. Кровь требует новой крови. Ответственность политиков в том, чтобы показывать обществу дорогу к жизни, даже если общество, зараженное ненавистью, хочет продолжать убивать. Это вопрос того, политик видит свой путь, свой смысл жизни в том, чтобы объяснить людям ценность жизни, даже тем, кто, возможно, усомнился в этой ценности. Либо политик готов идти за настроениями, по большому счету, реванша о мифах. Это выбор, который на самом деле очень простой. В нем нет оттенков. В нем нет градаций. Вот чуть-чуть меньше смерти, чуть-чуть больше жизни. Нет. Нет. Это выбор между жизнью и смертью. И в нем нет ничего наивного. Ну, посмотрите, какая страна. Сколько земли, которая не освоена. Треть Псковской области заросла борщевиком. Это растение запустения ростом в высотой в полтора человеческих роста. Его нельзя касаться руками, он ядовитый. Да. Это у нас страна запущена. Давайте приведем, как маленький принц в Сент-Экзюпери, с чего начинал утро. Да, полоть баобабы, да, да. Приводить в порядок свою планету. Свою планету, это, да, это простые вещи. Это простые вещи, потому что из них потом по ним очень просто определять смысл всех действий. Берется компас, он показывает на север. Север – это жизнь, любовь, благополучие, уважение к людям. Кладем на любой закон. Смотрим, куда показывает стрелка компаса. Закон идет в ту сторону или в другую. Посмотрели – понятно, совпало, работает. Посмотрели – не совпало, в мусор. В действительности политика сложна в убеждении, политика сложна в поиске балансов. Представьте себе вот эту аудиторию читателей военкоров. Не самих военкоров, а читателей военкоров. Потому что они в каком-то смысле кашпировские наоборот. В смысле, они насыщают общество энергетикой ненависти. У них очень... Но люди идут туда специально, чтобы ее получить. Люди давайте идут будем туда. Честными. Этих людей много. Значит, мы должны объяснить этим людям. Людям, смотрите, вас незаметно для вас заменили сердце. Вам заменили душу. У вас изменился смысл жизни. У вас изменился, вам изменили в ручном режиме смысл жизни. А может быть, у них не было смысла жизни, был. И в этом они сейчас его находят. Можно... У нас же много людей несчастных и Ирина, в общем, можно потерянных. Найти смысл жизни в разрушении, можно найти смысл жизни в убийстве, можно найти смысл жизни в преступлении, в воровстве, в чем угодно. Это вопрос ответственности власти, какое общество вы хотите вырастить и воспитать. Это и есть ответственность политиков. То, что вы говорите людям, это материализуется. Ненависть материализуется. Уважение к людям материализуется. Уважение к миру материализуется. Все, что говорит политик, превращается в дела. У нас нет нематериальной политики. Сказал, зачем нам мир, в котором не будет ничего? России. В котором не будет России и, соответственно, ничего. Значит, есть опасность, что может появиться мир, в котором не будет ничего. Потому что так. А другой вопрос. А зачем вы говорите о смерти России? Откуда вам пришла в голову мысль о смерти России? Вам кто ее сказал? Откуда она пришла вам в голову? Кто хочет уничтожить Россию? Зачем вы в такой тезис, очень опасный, очень острый, очень взрывной, внедряете в общественное сознание? Вы какой отклик хотите получить? Это ведь в действительности эти вещи работают. Когда они выводятся на огромную аудиторию, когда одна и та же мысль повторяется в одних и тех же многомиллионных телешоу с пропагандистами, особенность пропаганды в том, что она продвигает одну мысль.
Да, мы же считали, когда у нас выходил вот этот сюжет про людей, которые жили рядом с... Значит, этими ядерными испытаниями в Советском Союзе, там же считали, сколько раз за там, сколько-то, несколько месяцев в эфирах федеральных телеканалов как раз обсуждали вопросы ядерных испытаний, ядерных ударов. У нас остается 6 минуточек, даже 5. Давайте я блиц. С вами... Нет, я не блиц, я вот очень важную тему еще хотела успеть, да. И мне, как всегда, помогают зрители, потому что они прям вот ровно то и спрашивают. Вот смотрите, Наташа пишет, это когда мы с вами обсуждали будущее государства и вот это все, она пишет, но во власть идут нехорошие люди. И вот смотрите, что здесь произошло. Люди по-настоящему до сих пор верят, что во власть идут нехорошие люди. Что это дает нам? Это дает нам отсутствие желания у людей идти и брать на себя ответственность даже за маленький кусочек какой-нибудь своей территории. Потому что что? Потому что во власть идут нехорошие люди. Как мы с этим будем бороться? Большое спасибо Наталье за вопрос и вам за то, что вы его озвучили. Миф о том, что власть – это удел подлецов, это миф рукотворный. Что называется, люди добрые, даже не подходите. У нас тут все распределено. Негодяй на негодяя верхом и негодяем погоняет. Не приближайтесь, мы все поделили. Это способ отвратить общество от политики и истощить людей сознанием собственной беспомощности. Это синдром выученной беспомощности в чистом виде. Что могу сказать? Политика – это то, что мы делаем своими усилиями и своими руками. Вообще политика – это действие, которое определяет изменение жизни. То, что из российской политики выдавлены тысячи, а в масштабе страны, я думаю, десятки тысяч людей, которые готовы были заниматься общественным служением, и сейчас готовы, только они на пушечный выстрел отделены, это правда. Поэтому мы видим перед собой власть в том состоянии, в котором она есть. Это отрицательный отбор. Но когда появляется запрос общества на другую политику, скажем, вот просто на человеческую политику, это давление общества на политическую систему. И вот здесь есть несколько ключевых моментов. Общество должно этих политиков поддерживать. Оно должно им говорить, что мы вас видим, мы вас слышим, мы вас понимаем. Мы знаем, что вам трудно, но мы будем, вне зависимости от того, какой счет на табло Центр избиркома и другого избиркома, и понимая, что это фальсификаторы, на которых негде ставить клейма, мы будем вас поддерживать и голосовать, потому что вы – это мы. Голосование, выбор – это не выбор вот в конце чужого, эфира это выбор себя. Вы все-таки скатились, вот и простите меня, пожалуйста, в обиду на людей за то, что они годами не поддерживали яблоко. Я скатился в благодарность людям, которые нас поддерживают сегодня. Все наоборот. Я благодарен людям, которые продолжают поддерживать. Мы же понимаем, что избирательная система стала черным ящиком, который может произойти все, что угодно. Но понимаете, когда люди не приходят, они себя лишают возможности на кого-то опереться. Мы сейчас переходим... Ну, то есть у людей нет представительства. Да. Идеально. Вот просто сняли с языка. Сейчас представительство в политике в России заключается в том, чтобы говорить то, о чем люди думают, но, возможно, опасаются сказать, и об этом никто не говорит в официальной власти. Произошла девальвация власти с точки зрения человеческих ценностей. Власть стала бесчеловечной. Мы говорим совершенно противоположные вещи. Мы тем самым поддерживаем людей, что это есть в политике, но этого нет во власти. Это все сообщающие сосуды. Рано или поздно сосуд человечности будет оказывать давление на бесчеловечную часть государства. Это неизбежно. Это закон политической энергии. Нет никаких упреков избирателей. Люди сами себе могут выставлять упреки. Политик не должен упрекать избирателей. Но я абсолютно уверен в том, что сейчас мы проходим как общество огромное испытание. Мы переосмысливаем то, что произошло лично с нами, как это сказалось на нашей жизни. Сколько мы потеряли лет, сколько мы потеряли здоровья, сколько мы обманывались. Возможно, у нас даже были иллюзии. Но это все нужно говорить себе честно. И вот с этим пониманием того, что мы сохранились, как человеки, двигаться дальше. Есть неизбежность возвращения к нормальным корням. Народ невозможно уничтожить. Поле невозможно заасфальтировать. Трава будет пробиваться сквозь асфальт. Просто нам выпало такое время, когда мы видим каток, идущий по каждым новым росткам, и возникает такое впечатление, что все, там уже нет ни корней, ни соков, ни листочков, ничего.
проходит время и рождаются люди. Народ – это то, что нарождается. И люди рождаются с естественными человеческими инстинктами. Любить, а не ненавидеть. Жить, а не умирать. Растить детей, а не убивать чужих детей. Это естественные инстинкты. Нам нужно фактически пережить эпоху ненависти, не заболев этой ненавистью. Просто не превратиться вот в это чужое. Это испытание. Всем хочется, чтобы все изменилось, если не сегодня вечером, то в субботу утром. Так не получится. Но мы же просто должны не сдавать свои позиции. Слушайте, вот 8 человек... Уже время совсем 20 секунд. 8 человек, вышедших в августе 68 года с протестом против ввода войск СССР в Чехословакию, предопределили ход истории. Вот стойте на своем месте, Господь вас видит. Никуда не уходите, стойте, держитесь, все придет. Да, нам предстоит, кажется, не кажется, а точно совершенно непростое время осознания, признания многих вещей. И мне кажется, тут важно не отворачиваться, и поэтому и вы, пожалуйста, тоже не отворачивайтесь. И друг от друга не отворачивайтесь. Лев Шлосберг, Ирина Воробьева, «Живой гвоздь». Пока.